Ежемесячную выплату из средств маткапитала можно получать теперь и на первого ребенка. Дело в том, что раньше это пособие начисляли только на второго малыша до 3 лет. Напомню, на ежемесячную выплату может претендовать семья, среднедушевой доход которой не превышает 2 прожиточных минимумов. Добавлю, в этом году материнский капитал был проиндексирован и увеличился почти на 12%. Сейчас мат-помощь от государства на одного ребенка составляет почти 587 тысяч рублей, на второго более 775 тысяч. Эти деньги можно потратить на обучение детей, на приобретение средств адаптации и реабилитации детей-инвалидов, а также на увеличение накопительной части пенсии мамы. Но самое востребованное направление у югорчан – это улучшение жилищных условий. Маткапитал используют при покупке и строительстве жилья. Будь это ипотека, жилищный кредит, прямая покупка жилья, строительство жилья, либо другие виды улучшения жилищных условий. Так, за 2022 год по данному направлению обратилось свыше 16,3 тысяч югорских семей. Сумма выплат составила 5,7 миллиарда рублей.